Общегородская горячая линия по подключению домов к отоплению работает достаточно оперативно. Заявка передается в управляющую компанию, затем в ЖЭУ, и уже через полчаса-час ремонтная бригада отправляется на адрес. На прошлой неделе погода за окном радовала самарцев, и проблема отсутствия тепла в доме была не так актуальна. С понедельника же, когда столбик термометра стал стремиться вниз, горячая линия по отоплению не на шутку раскалилась. За первые сутки поступили десятки звонков. По адресу Перекопская, 9 жителей пожаловались на отсутствие отопления в подъезде. Сегодня ночью в аварийную службу поступила заявка от жителей до данного дома по утечке в подъезде. Аварийная бригада выехала на место, отключили стояк отопления. С утра заявка была перенаправлена в ЖЭУ, ребята выехали, утечку устраняем, к обеду стояк запустим. Звонки от самарцев с коммунальными жалобами приходят на общегородской номер горячей линии. Чтобы получить помощь, можно обратиться и в районную администрацию. Номера телефонов всех районов указаны на сайте администрации города. Отрабатывается заявка в течение суток. Задача, то есть максимально быстро решить вопрос каждого потребителя. В основном это точечные вопросы, касающиеся постоянно. То есть на сегодняшний момент, то есть задача максимально в кратчайшие сроки по каждому потребителю подать тепло, соответственно, с учетом температурного режима изменения. То есть я думаю, что к концу недели то есть ситуация полностью нормализуется в 100% варианте. Из-за того, что сейчас процесс подключения домов к отоплению продолжается, необходима регулировка. Кроме работы горячей линии, управляющая компания должна проводить самостоятельный ежедневный мониторинг домов, которыми заведует. Проверяют температурный режим, циркуляцию воздуха в стояках и батареях и налаживают работу с ресурсоснабжающими организациями, если в этом есть потребность. Все собранные данные коммунальщики передают в департамент городского хозяйства. Мария Левина, Николай Сидоров. События.